На прошедшей неделе в домах могилевчан стало теплее. В городе стартовал отопительный сезон. Сначала батареи прогрелись в социальной сфере, позже подключился и жилфонд. Что покажут домашние термометры, зависит от среднесуточной температуры за окном. В Могилеве три крупные ТЭЦ. От них отопление идет в наши дома через крупные тепломагистрали. Следить за их состоянием – задача могилевских тепловых сетей. От тепловых магистралей отопление поступает в центральные тепловые пункты. Вот один из них. Находится этот теплопункт во дворе на проспекте Мира. Конкретно на этом примере ЦТП. Вот он поступает, идет на направление. Ветка идет направление на 4 дома туда, и ветка в ту сторону идет туда. Проходит через центральный теплопункт. Это дома на проспекте Мира 19А, 23Б, В, Г и Д. А также по улице Бурденко 10 и 12. Задача центрального теплового пункта – доставить тепло в каждый дом. Оно бежит по теплосетям. Внутри специальная техническая жидкость для передачи тепловой энергии. Проще говоря, теплоноситель. Он доходит до фундамента жилого дома. Дальше поступает на элеваторный узел. И по стояковым трубам попадает в квартиры. Теперь ответственность меняется. С центрального теплового пункта до жилого дома, до фундамента отвечает теплоэнергетика. От фундамента до потребителей, жильцов квартир, отвечают ЖЭО. Чтобы могилевчане не переплачивали за тепло, на центральном тепловом пункте работает специальная система коррекции. Она регулирует подачу тепла на расстоянии, в каждый дом, в зависимости от погоды. Когда на улице тепло, включаются корректирующие насосы. Загоняется обратка подачи, чтобы в батарею поступала более низкая температура и в квартире было более прохладно. Как говорится, доверяй, но проверяй. За каждым центральным тепловым пунктом закреплены специалисты. Они проверяют исправность работы системы и ведут жесткий контроль. Персонал ежедневно ведет снятие параметров, еженедельно снимают электро- и теплопоказания, чтобы видеть, сколько потребилось за неделю. Конечно, в зимний период потребление больше. Сейчас же система отопления в городе переменчива. Как и погода. К концу октября в Могилеве обещают потепление. Надеемся, что теплу быть не только дома, но и за окном.